если ты не китаец, ты автоматически идол красоты и просто бог. Все люди очень дружелюбные, особенно для приезжих. Они нас просто обожают, потому что у них все люди делятся на китаец, не китаец. Особенно они очень ценят именно красоту в людях. У них свое понимание красоты. Но если ты им понравился внешне, они готовы сделать для тебя все. Потому что в их культуре красивый человек не может быть злым или обманщиком. И чем красивее ты выглядишь, чем лучше твоя внешность, тем круче ты сам. Вот так вот они играют в карты, опять же, очень распространено это здесь. Шашки, нарды и так далее.